Валерия Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что согласились поучаствовать в нашем проекте. Сегодня мы с вами поговорим о кафедре гистологии и, естественно, о вас. Скажите, пожалуйста, когда вы пришли на кафедру? На кафедру я пришла в 2011 году. Мне было предложено ее возглавить, и я согласилась. Переговорила с тогдашней заведующей Татьяной Клюниковной Дубовой. Она меня всячески поддержала, и вот я в качестве заведующего с тех пор начала работать. Это уже 10 лет прошло. Да. Скажите, пожалуйста, как изменилась кафедра за эти 10 лет? Ну, я бы сказала, что кафедра изменилась разительно, потому что, когда я пришла на кафедру, из оборудования были одноглазые микроскопы, некоторое количество препаратов и таблицы, наверное, 80-х, может быть, более ранних годов, такие в очень непрезентабельном состоянии, которых, мне кажется, даже не хватало на все аудитории. Вот. А сейчас у нас, в общем, прогресс налицо. А в учебном процессе что, возможно, поменялось? Какие-то нововведения? В учебном процессе, да, мы максимально постарались адаптировать учебный процесс под потребности следующих кафедр. Мы максимально стараемся акцентироваться на клиническом компоненте, с тем, чтобы студентам было понятно, для чего они это учат. Ну и все современные требования, безусловно, мы соблюдаем. Валерия Владимировна, кафедра сегодня, какая она? Сегодняшняя кафедра, я думаю, она вполне соответствует мировым стандартам. Я была в университете в Манхайме, мы были в Турине в университете, и по некоторым аспектам преподавания, оборудования, какие-то аспекты обучения на нашей кафедре выглядят гораздо приличнее. И, в общем, это наша гордость. Как вы считаете, изменились ли наши студенты после дистанционного обучения, придя сейчас на очный этап? Изменились и очень сильно, и, к сожалению, не в лучшую сторону, но это, в общем, можно понять, потому что, в принципе, заниматься тяжело достаточно, если мы берем медицинский вуз, а заставлять себя делать это самостоятельно, без какой-то помощи преподавателя, это крайне сложно. Ну, сейчас им станет легче? Безусловно, мы очень стараемся. А вы читаете лекции. О них достаточно много положительных отзывов. Скажите, пожалуйста, какой ваш секрет успешной лекции, интересный для студентов? Ну, секрет, наверное, очень простой. Я, когда сама начинала учиться, я, во-первых, очень в первый курс весь был страшно тяжелый, потому что я была погребена под кучей информации, и я не понимала, как ее сортировать. Она падала какими-то огромными кусками. Это раз. Вот какую-то логику мне хотелось понять в изучении. А второе – это то, что было непонятно для чего. Да, допустим, мы изучали там условно череп костистых рыб на латыни, все кости. Вот для чего это нужно было? Поэтому, когда я сама начала читать лекции, мне казалось, что это будет правильно, если я структурирую то, что я говорю, чтобы это было понятно, для чего, зачем, да, и какой-то вот прикладной аспект, то есть как это может быть использовано, чтобы заинтересовать студента. Как вы считаете, нужно ли обязательное посещение лекций? Я думаю, что нет, потому что студенты все разные, и у нас на кафедре нет обязательного посещения лекций, мы никогда на этом не настаиваем. Если студенту нужно, мы выкладываем этим записи в любом количестве нескольких преподавателей в надежде, и, в общем, я считаю, что это правильно, студент выберет для себя того преподавателя, с которым ему комфортнее, он может это послушать в любой момент, он может послушать дважды, но... Лекции, на мой взгляд, все равно должны быть, потому что, и это тоже отдача со стороны студентов, обратная связь такая, они говорят, что вопросы задавать гораздо удобнее преподаватель вот сразу по ходу лекции и прояснять для себя что-то. Это, в общем, очень большое такое значение имеет. Анатомия и гистология – это первые экзамены, такие специализированные, с которыми сталкивается будущий студент-медик. Они достаточно сложные. Я бы сказала, что это такой контрольно-пропускной пункт для дальнейшего обучения. Как вам сдать экзамен? Ну, опять, по отзывам студентов. Они говорят, что экзамен на гистологии проходит просто на ура.
С моей точки зрения, это потому, что мы стараемся научить студентов вот именно с каким-то пониманием, не с зазубриванием терминов там и каких-то понятий, а именно с пониманием гистологии. Мы стараемся обучать в течение года, поэтому они к экзамену приходят абсолютно готовыми и с удовольствием с нами разговаривают на экзамене. В целом у нас группа сдает за 1.5-2 часа целиком, включая тест 40-минутный. В общем, все очень быстро как-то проходит и легко. Какой бы вы дали совет студенту-медику, который идет на экзамен по гистологии? Мне кажется, не волноваться и просто от души поговорить с преподавателем. А я вам сейчас покажу изображение из одного нашего развлекательного сообщества университета. Там есть подпись, подпись связана с вами. Ваше мнение, как вы думаете, какая подпись у этой фотографии? Видимо, кто-то сдал мне или коллоквиум, или экзамен, судя по тому, потому что я вижу. Отлично, да, так и есть. Это подпись, когда сдал зачет Валерии Владимировне. А теперь перейдем к науке. Скажите, пожалуйста, какие сейчас актуальные интересные вопросы вообще в гистологии как науке? Ну, мне кажется, основное направление сейчас, с которым тесно достаточно сотрудничает гистология и направление, в котором гистология развивается, такое прикладное, это регенеративная медицина, одно из, да. И второе, ну, я бы сказала, такое глобальное направление, это коммутация гистологии с молекулярной биологией, то есть какие-то более частные вещи, да, какие-то более интересные механизмы частные сейчас разбираются в гистологии в том числе. А какая научная работа реализуется на кафедре? Ну, на кафедре есть несколько направлений, и общее направление – это механизмы поддержания гомеостаза в норме, при адаптации. И, собственно, у нас, поскольку своя база не очень хорошо развита, то мы активно сотрудничаем с другими вузами и активно сотрудничаем в разных направлениях, которые поддерживают лаборатории, в которых работают наши профессора в том числе. Ну, в частности, вот как раз регенеративная медицина – это Андрей Владимирович Ельчининов, Институт морфологии человека. Молекулярные основы адаптации при нейромышечных заболеваниях – это Владимир Сергеевич Сухоруков. Большую работу ведет Татьяна Клюниковна в рамках вот этой общей темы. Ну и к нам обращаются, в частности, не так давно наши кружковцы начали участвовать в большой теме о гемостазе, образовании тромбов вместе с руководителем, раньше это был сотрудник МГУ, Михаилом Александровичем Пантелеевым, да, вот, а сейчас он возглавляет, по-моему, даже институт какой-то профильный. А как вы считаете, наука – это вообще творчество? Ну, это, безусловно, творчество. Это даже, по-моему, обсуждать не стоит. Как вы думаете, в будущем гистология будет приближаться к практике врача? Или это все-таки фундаментальная наука, которая нужна для систематизации всех знаний? Я думаю, что она однозначно будет приближаться к практике. То, что это фундаментальная наука, безусловно. Ну, я все время привожу один и тот же пример. Невозможно научиться читать, не зная алфавита. Вот гистология для медицины – это алфавит. И, безусловно, гистология будет приближаться к практике, потому что если общая тенденция такая, что лечение переходит на тканевый, на молекулярный уровень, на индивидуальный уровень, то, безусловно, гистология в этом русле очень показательна. Какие вообще есть перспективы развития в кафедре в плане, возможно, открытия каких-то новых предметов как раз для практикующих врачей? Сейчас у нас проводится как раз работа. Мы коммутируемся с кафедрами лечебными, с кафедрами ФДПО, с кафедрами лечебного факультета в создании методических каких-то разработок именно для практикующих врачей, для аспирантов, для ординаторов. И вот это, мне кажется, одно из направлений, которое стоит сейчас развивать, поскольку гистология действительно достаточно востребована именно на уровне более тонком, клеточном, да, возможно, молекулярном. Вот как-то так. Ну и второе направление, которое мне кажется достаточно перспективным, это привлечение студентов в гистологический кружок, чтобы они понимали, как с научной позиции может выглядеть гистология. Ну, здесь я бы сказала, что у нас, в общем, значительные успехи, потому что наши кружковцы
В прошлом году заняли первое место на Всероссийской олимпиаде по гистологии. Проводился он Казанским федеральным университетом. И здесь было очень смешно. Второе место занял третий мед. И тут же появился комментарий студентов, но это тоже наши, только отчисленные. Поэтому, в общем, все закономерно. И все время кружковцы наши с научными работами занимают призовые места на Пироговской конференции. Вот два последних года наши кружковцы побеждали. Какие у вас есть увлечения в ваше свободное время? Свободного времени не так много, но, в общем, и увлечение, наверное, не очень интересно. Я с удовольствием читаю, я с удовольствием слушаю что-нибудь, ну, оперу очень люблю, я могу что-нибудь шить и, в общем, развлекаюсь как могу. У меня есть такое высказывание. Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто. Согласны ли вы с этим утверждением? Ну, наверное, да, потому что культурный уровень – это вот база какая-то, на котором формируется все остальное мировоззрение человека, мне так кажется. Скажите, пожалуйста, какой, по вашему мнению, топ-3 надпрофессиональных качеств для будущего врача? Ну, мне кажется, обязательно должно быть сострадание, обязательно должна быть способность мыслить логически и обязательно должна быть способность принимать решения. Ваш любимый гистологический препарат? Ну, самое интересное – это срез головы зародыша. Там есть где погулять и о чем поговорить. Это не скучно. А какой, на ваш взгляд, самый красивый гистологический препарат? Самый красивый? Сложно сказать, но очень красивый срез кости по шморлю. Афанасьев или Быков? Смотря в какой ситуации. Для начала я бы взяла Быкова, он гораздо более структурирован. Розовый или фиолетовый? Ни тот, ни другой. Ни тот, ни другой, нет. Так, хорошо. А на каком гистологическом препарате ошибается большинство студентов? Ну, на объемных гистологических препаратах, вот срез головы зародыша, волокнистый хрящ, ну, там, где много структур, там чаще ошибаются, безусловно. Как вы думаете, примерно, сколько препаратов было разбито на кафедре за 10 лет? Ой, не вспоминайте, это ужасная боль такая, взять их неоткуда, многие даже не восстановить. Последний вопрос. Студент отвечает на экзамен. Что-то между двойкой и тройкой. Какой вы ему вопрос наводящий зададите? Наводящий? Не знаю, что-нибудь на сообразительность. Для меня это всегда важнее, чем знание каких-то фактических данных.